Всем привет, меня зовут Ирина Валерий, и это снова серия про распаковку посылки. Поскольку мы посылками называем все, что приятно и все, что упаковано, так что это распаковка посылки. Сегодня у меня улов из бьюти-шопа. У меня улов корейской косметики. Я думаю, те, кто пользуется косметикой, уже давно знают, что корейские масочки, корейские масла и все вот это вот. Это очень популярно, это очень действенно, это очень нашим лицам нравится. И, в общем, это как бы модно. Вот, соответственно, все девочки за этим гоняются. И вот такая у меня посылочка, я ее сейчас буду распаковывать. Что же у нас тут дают? Сейчас будем смотреть. Так, сейчас все положим и будем рассказывать. Итак, что у нас тут за улов сегодня? Вот такой вот у меня сегодня улов. Не очень большой, но классный. У меня здесь для волос серия, для лица и опять для лица. Купила это все вот здесь. Итак, поехали. Для волос мне очень сильно порекомендовали вот эту маску. Вот такая вот. Вот такая вот маска. Маска для волос. Говорят, очень крутая корейская маска. Смотрите, написано Silk Hair Mask. Интенсивная маска для волос. Южная Корея производство, что обещают, что будет полностью восстанавливать и дарит каждой волосинке жизненную крепость. После использования прическа намного легче укладывается и имеет природный объем, без спутанных кончиков или чрезмерной пушистости волос. Круто, маска. Также масло. Но маслом, я думаю, все знают, как пользоваться. Это тоже корейское масло этой же фирмы. Называется оно эссенция для волос Silk Hair Argan Coating Essence. Тоже Южная Корея. Пишут, что оно сохраняет цвет волос, придаст им упругость, обеспечив необходимое увлажнение и питание, а также защиту от внешних воздействий. Содержит масло органы, шиповника, камелии, жожоба, сладкого миндаля, виноградных косточек и протеины шелка. Вот такая вот штучка. И новинка, которую мне порекомендовали, которая у меня теперь есть. Вот такая вот коробочка. Это филлеры для волос. Филлеры для волос. Тиффани, привет. Привет. Не надо облизывать филлеры для волос. Привет, заходи. Пришла ко мне Тиффани. А Тиффани у нас любит губную помаду. В общем, филлеры для волос. Что их обещают? Для восстановления волос. Тоже Южная Корея. Пишет, что они необходимы для укрепления и ухода за волосами после химического воздействия и окрашивания. Проникают внутрь структуры волоса, сглаживают чешуйки, дефекты и повреждения структуры и делают каждый волос отдельно гладким и блестящим. Очень круто. Да, Тиффани? Тебе тоже надо для волос? В общем, сейчас покажу вам, что внутри. Тиффани, уходи. Уходи, это моя распаковка посылки. В общем, внутри вот такие вот штучки. Такие вот филлеры, которые нужно разбавлять с водой и наносить на волосы. Обещают, что после этого они будут очень классными. Так, поехали. Вот эту вот штучку, я думаю, все видели у меня на видео. Если не видели, то попробую врезать вам еще раз. Это абсолютно потрясающая маска для губ гиалуроновая. Эти штучки, я тоже думаю, в представлении не нуждаются, но это блеск маски для носа от черных точек и от всяких пор. В общем, такие интересные штуки, все их знают. Также я взяла попробовать такую же, но для лица полностью. Она трехступенчатая, у нее есть первый шаг умывание, второй шаг сыворотка и третий шаг черная маска сама по себе. Смотрите, что пишут. Трехшаговая маска для лица. Класс.
А тебе не надо трехразовую маску для лица? И также я взяла попробовать еще одну трехступенчатую маску, тоже какую-то абсолютно другую. Здесь тоже умывалка, сыворотка и маска. И новинку я взяла, это называется маска-крем с ослиным молочком. Не знаю, что это значит. Написано тоже Южная Корея, тканевая маска на основе ослиного молока. Эффективное средство против сухости и шелушения. Вот такой вот у меня улов. Буду это все тестировать, применять, использовать и посмотрим, что из этого получится. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые серии, ставьте лайки и пишите комментарии. Обещала некоторые обзоры и новинки вам показывать. Поддалась влиянию моды и прикупила себе... Нет, не хвост. Прикупила себе маску для губ. Коллагеном обещают, что она дает эффект увлажнения, питания и убирает сухость. Рекомендуют наносить перед вечеринками. Сейчас попробую и расскажу вам, как эффект. Я думаю, это мечта любого мужчины. Заклеить женщине рот. Такое желе. Ну, вот такая штучка. Вот такая вот. Такая вот желейная штучка, никакого великого счастья не произошло, губы не увеличились, наверное, увлажнились, да, пойду накрашу их красиво, все будет хорошо. Ну вот, как-то так получилось. Проверим эту маску. Как говорится, вот такая вот вечеринка, вот такая красота. Производители стали очень часто делать маски черного цвета. Ни мой муж, ни собака этому не очень рады. Пугаются. Ждем 20 минут. А где Тиффани? Пойдем найдем Тиффани. Тиффани!